Вот, движемся по Ванкорскому зимнику в сторону сейчас русского месторождения. Ольга Владимировна, специально для твоей диссертации осуществляю съемки. Весна 2011 года, 21 апреля. Движемся в сопровождении бульдозера Komatsu D-155. Полноприводный автосамосвал Volvo. Романтика, вечер. 8 часов. Мы еще на работе. О, что у нас до этого было, кошмар. Прорвались. Так. В данный момент осуществляется разгрузка цемента под устройство экранов на водопропускную трубу. Цемент размешивается 1:4. На одну трубу 20-метровой длины уходит 18 тонн цемента.